место у нас с вами. Мы находимся в Парке Победы, который находится на Советской улице. Ну, Южные ворота, иначе называется в народе. Здесь мы видим с вами сосновый бор, который был посажен. И люди комфортно отдыхают, находясь в тени деревьев, на газоне. Так и должно быть. Как мы видим, здесь температура составляет 37 градусов. Это на поверхности асфальта, на поверхности брусчатки, да? 53 градуса. В случае касаемо что травы, там, конечно, температура сильнее падает. Здесь она уже у нас составляет 35 градусов. Там, где вода проходит, благодаря тому, что испаряется влага, мы видим с вами температуру в районе 20 градусов, ну, 19,5. Это как раз арык. Что касаемо температуры поверхности земли, то здесь мы даже вот рядом земля, мы видим, что она разогрелась у нас с вами в районе 30 градусов. Вот на данный момент мы с вами находимся на Южной магистрали. Здесь как раз создана прогулочная такая дорога и велодорога. И мы видим, здесь температура асфальта достигает 51 градус. Но при этом у нас с вами сейчас облака закрыли солнце, инфракрасное излучение не столь сильное. Вот это как раз тот участок, который находится рядом с парком, в котором мы с вами только что были, в котором более зеленые зоны и температура гораздо ниже.